Итак, всем добрый день. Мы начинаем нашу презентацию нового трендового проекта «Свой в Альфа». Меня зовут Ирина Лосева. Я тот человек, который всегда берет любые возможности, рассматривает их, оценивает объективно, ну и, соответственно, принимает, если они мне нравятся. И когда я узнала об этом проекте, в тот момент у меня был запрос. Мне нужен был универсальный проект, в котором могла бы зарабатывать вся моя команда, не только я, да, потому что я долгое время работала в разных направлениях. Я была и в продуктовом сетевом, была и в матрицах, была и в разных хайп-проектах, и опыт у меня был разный. То есть были и взлеты, были и падения, причем очень такие серьезные падения, но я никогда не сдавалась. Я понимала, что в интернете много денег, и просто нужно их брать. И, соответственно, когда ко мне приходят какие-то возможности, я их всегда изучаю. И в очередной раз, когда я работала с матрицами, то есть я уже, в принципе, пришла к тому, что я никого не приглашала, где-то там куда-то пыталась воткнуться на пассив, как я это называю, да, чтобы, может быть, какие-то там небольшие средства вывести, потому что когда приглашаешь много людей в матрицу, в итоге ты зарабатываешь, а команда твоя не зарабатывает. И это была моя основная боль, то есть боль от того, что как бы почему просто люди не повторяют мои действия и тоже не могут выйти на хороший доход. Но реальность такова, что какой бы это проект ни был, там везде деньги идут исключительно от новых людей. И вот этот момент, он меня очень сильно расстраивал. Я искала такой уникальный проект, где реально деньги бы платили нам за действие. Ну, то есть, понятно, пойти в найм-то можно было, да, где-то там поработал, и тебе заплатили. Но для меня это неинтересно. Я привыкла работать в партнерских программах. Я знаю, что в многоуровневом маркетинге всегда есть большой доход. И, соответственно, я искала какой-то такой классный проект. И вот именно тогда ко мне постучалась возможность, мне написала знакомая моя, да, спросила, а где ты сейчас, чем занимаешься? Соответственно, я рассказала ей про ту компанию, где я пыталась построить структуру, команду, пыталась выйти на определенный доход. И она говорит, смотри, у меня есть прям уникальное предложение, а я была на тот момент в продуктовой сетевой компании. Не буду сейчас называть ее имени, но не факт, не суть. И она говорит, что у меня есть такой, ну, такая универсальная карта, на которой есть 5% кэшбэка для твоей компании. Ну, то есть ты как бы и так уже заказ делаешь, получаешь там кэшбэк, можешь просто оплачивать этой картой, и тебе еще дополнительно будет возвращаться. То есть только на нашей карте есть уникальная возможность получать кэшбэк в сетевом. Меня эта идея зацепила, то есть я поняла, угу, прикольно, то есть я могу пользоваться. Я говорю, а что это за проект? Ну, как бы я работала в подобном проекте, он тоже был с банковскими продуктами, но там была совсем другая система, поэтому, в принципе, алгоритм мне был понятен, и у меня возник вопрос, а как же здесь все происходит? То есть только, ну, как бы кэшбэк или есть что-то более интересное, да, может быть, надо изучить эту возможность? И вот тогда я стала разбираться, то есть я просто взяла ссылку на регистрацию, взяла ссылку на карту, сразу же себе оформила, я, в принципе, была уже клиентом Альфа-банка, пользовалась долгое время кредитной картой, как раз вот ходила по разным проектам и вкладывала с нее деньги, а потом пыталась заработать и закрыть ту самую дырку, которая была на кредитной карте. И я взяла себе обычную дебетовую карту с бесплатным обслуживанием, потратила, пошла на продукты первую там 1000 рублей, и мне буквально там через 3-4 дня вернулся кэшбэк 500 рублей. Я такая, угу, здорово, ничего не делала, 1000 рублей потратила на продукты, 500 рублей уже заработала, и еще там сверху заработала. И такая, стала разбираться вообще, какие там функции есть, что на этой карте, какие плюшки. Поняла, что если там определенный алгоритм соблюдать, подключить все, то можно 15% со своих покупок продуктов возвращать. Стала тратить, естественно, ну, мне это понравилось. Я сразу же там маме, тете, брату выписала Альфа-банк, так как мы до этого были на другом банке, тоже не буду говорить его название. Там хоть и был кэшбэк, но максимальный кэшбэк с тарифом премиум у меня там составлял, ну, в районе 1200 рублей за месяц максимум. Вот, а здесь как бы, да, на простых действиях, потратив первые деньги, я поняла, что классно работает. То есть так я подключила уже первого агента, это был мой брат, ему как раз исполнилось 18 лет, и я решила просто на подопытном кролике испробовать, как это все будет работать. То есть прежде чем рекомендовать, мне нужно было самой разобраться и понять, как здесь все работает. Вот, когда он, соответственно, оформился, он выдал там карту маме, другу и тете. Он увидел первые деньги в своем кабинете, я увидела первые деньги за него. Соответственно, я поняла, что здесь вот такой простой алгоритм, да, на рекомендациях мы можем зарабатывать. При том, что флагман нашего проекта – это бесплатная дебетовая карта.
И тогда все звезды сошлись. Я стала дальше изучать маркетинг, поняла, что здесь, ну, не так все просто, да, надо более подробно разобраться. И вот давайте вместе с вами сейчас в этом маркетинге и разберемся. Он очень интересный, очень денежный. И в ноябре у нас просто есть уникальные бонусы, которых не было в октябре, когда я начинала. Ну и в конце я расскажу, да, какие у меня уже результаты, чего я добилась на этот момент, какие чеки получились за месяц. Но мне все очень нравится. Итак, вообще, да, вы должны понимать, как строится наша система дохода, что такое банковские продукты, вообще какие там целевые действия. Как я уже сказала, раньше я была в подобном проекте, то есть мне было все понятно. Но приходят люди, которые боятся работать с банками, да, у них какие-то там были сомнения, там кредиты когда-то остались, да, это все у нас исходит из нашей финансовой неграмотности. И вот как раз позже я в конце вебинара объявлю, у нас 7 ноября будет стартовать финансовый марафон. То есть прямо в рамках команды он будет бесплатный абсолютно для всех. Заходите, изучаете информацию, и после этого марафона вы перестанете бояться банков, долгов и кредитов, и вы будете знать, как вообще от них избавляться. У меня есть огромный опыт работы с кредитной картой, как я уже сказала, да, в разных проектах я попадала на то, что я там в какой-то момент тоже упускала это, но теперь я на своем опыте просто буду с вами делиться. Ну и как вообще мы зарабатываем, да, откуда деньги? То есть вы должны понимать, что в каждом банке выделен определенный бюджет на рекламу, на то, чтобы привлекать новых клиентов. И, соответственно, этот рекламный бюджет, он распределяется на разные ресурсы, да, там первый ресурс – это реклама на телевидении, там второй ресурс – это там реклама на билбордах, там это агенты, которые работают в банке, да, ну, точнее, даже не агенты, а сотрудники банка, которые вам предлагают там карты. Но они не просто там ходят, да, по домам, а где-то, то есть реклама в интернете разная, то есть банки используют абсолютно разные источники рекламы и получают себе новых клиентов. И Альфа-банк – это был первый банк, который решил внедрить многоуровневую систему рекомендаций. То есть раньше мы просто получали, ну, если вы зайдете, да, в приложение Альфа-банка, у вас там высветится «рекомендуй другу», там получит 1000 рублей, друг получит 500. Классно, да? Вроде такое здоровское предложение. Но вы должны понимать, что когда вы рекомендуете через приложение банка, вы один раз получили, и все. Соответственно, нет продаж, нет денег. Я это так называла. То есть обычные продажи мне никогда не были интересны. И когда я узнала, что реально Альфа-банк выпустил многоуровневый маркетинг, то есть многоуровневую систему рекомендаций, не просто, да, за одну карту получили и все, на этом конец, а когда можно было получать из глубины. То есть когда я рекомендую кому-то, человек пользуется, ему понравилось, он там своему другу порекомендовал эту карту, а я вот с друга друга получаю. Вот это мне интереснее, потому что я, в принципе, в таких программах работаю, ну, последние 3 года, и я понимаю, что вот там на втором, на третьем уровне будет гораздо больше доход, чем я лично буду продавать. Но это факт, и он подтверждается действиями. И, соответственно, когда вы уже рекомендуетесь в приложение, вы раз получили, и все. Когда вы рекомендуете через наш агентский кабинет свой в Альфа, клиент к вам привязывается навсегда. Ну, то есть, ну, не навсегда, на ближайшие 5 месяцев. Но потом этот срок можно продлять. Об этом я тоже обо всем расскажу чуть более подробно. Соответственно, вы один раз клиента к себе привязали, дали ему ссылку на продукт, он уже все закрепляется за вами, и дальше, что бы он ни делал в своем приложении, то есть он там может оплачивать продукт, да, те же покупать, оплачивать коммуналку, заказать какую-то другую карту, открыть самозанятость, там, накопительный счет открыть, да, научиться деньги свои, точнее, отправить работать, чтобы они там у него лежали. А вы за все это получаете на протяжении 5 месяцев с этого клиента доход. И это очень классно. То есть это не просто, да, один раз там продал и все. А здесь именно идет за постоянные регулярные действия. Ну и, соответственно, действия минимальные. Чтобы вам стать агентом, вы проходите по ссылке пригласителя, проходите регистрацию бесплатную, да, как вы увидели в этом в чате написано «доход без вложений». Но это так и есть. То есть ни копейки мы не вкладываем, а деньги платят нам. Прошли бесплатную регистрацию, прошли обучающий тест. За первый обучающий тест вам также начисляется 4 балла. Ну, то есть приветственные 400 рублей, я так это называю. И после того, как вы завершаете первую продажу, ну, то есть кому-то карту оформляете, например, вы подключаете агента, клиента, неважно, вы эти деньги уже видите у себя в кабинете, и, соответственно, потом, когда вы вводите доход, вы также этот бонус выводите. И достаточно вам, по сути, ну, всего лишь 2-3
клиента подключить, вы уже активным агентом считаетесь, набираете минимальное количество баллов и зарабатываете первые деньги. И чтобы не быть голословной, да, я вам расскажу на примере моего младшего брата. Ему 18 лет исполнилось, он сразу же оформил себе карту, пошел тестировать, и я его подключила как агента. Говорю, давай, разбирайся со мной, вместе работай. Он дал маме карточку, карточку тете и дал своему другу. Таким образом, он заработал первые 5000 рублей. То есть за такое элементарное действие. Маме пришел бонус 500 рублей, тете пришел бонус 500 рублей, и друг не вылетел, надеюсь, у меня звонок был. И все, далее они просто ходили в магазины, совершали свои обычные покупки и получали кэшбэк. Ну, мама подвела учет, то есть я специально, как я сказала, родных сначала, как кроликов запустила, говорю, давайте тестируйте. Мама за буквально 3 недели трат, то есть, ну, у нее там, ну, бюджет не очень большой уходит, да, они там вдвоем с сыном живут, как бы не очень много денег тратится, но, тем не менее, за месяц 1500 кэшбэка прилетело. И это реально круто, то есть я понимаю, что вот такие простые действия, и тут человек заработал, и там человек заработал. Я уже не буду говорить про ребят в команде, да, которые ворвались с первого дня и начали выходить на большие чеки. Я вам рассказала на примере вот, ну, самого обычного подростка, которому интересно было бы, да, разобраться. Но, как и у всех людей, у него, естественно, стоит затык. Он говорит, ну все, вот я маме дал, там другу дал, больше никто карты не хочет, что же мне делать? Ну, то есть он до сих пор еще не перестроился на то, что этот продукт нужен всем. А я перестроилась. То есть я в первый месяц ворвалась и подключила 35 агентов. Просто 35, ребят. У меня была мотивация, я понимала, что мне нужно, мне это интересно, я хочу собрать команду. И сейчас я как раз занимаюсь тем, что эту команду я запускаю, обучаю, рассказываю, где брать людей, как работать с этим гостевым чатом. Ну, в принципе, как вы видите, да, провожу презентации в этом чате. И далее у нас будет еще запущен финансовый марафон. То есть если вы просто в кучу берете все эти инструменты, используете и получаете доход. Ну и, соответственно, пошагово разбираетесь. Ну и вот они, наши продукты, да, вы должны понимать, что все карты, все там счета для бизнеса, это являются продукты банка. И за рекомендацию этих продуктов у нас начисляются баллы. В конце месяца эти баллы переходят уже в рубли, и в 20-х числах следующего месяца мы выводим эти деньги. То есть у меня ближайший первый вывод, то есть вот я октябрь, получается, отработала, и вывод будет в 20-х числах ноября. То есть я обязательно в этом чате поделюсь всеми скринами, покажу, сколько я заработала, реально не вложив ни копейки. Ну, только время, там свои какие-то эмоции, да, силы. Но мне это нравится. Я привыкла работать с командой, и я просто кайфую от процесса. А, соответственно, вы наслаждаетесь приобретенными там товарами, да, либо строите также команду, если вам это нравится. И за все это скапливаются у вас бонусы, а потом выводите рубли. Ну и, как я уже говорила, да, есть единоразовые целевые действия. Это то, что мы совершаем один раз. Вот порекомендовали карту, человек у вас там взял ее, вы получаете вознаграждение за нового клиента. Он подключает, например, госуслуги, он подключает там к СБП вообще свой Альфа-банк и обучение. То есть мы здесь раз получили, и как бы все, да, это за каждого нового подключенного участника наше постоянное вознаграждение. Но самое интересное здесь это регулярные бонусы. Сейчас я слайд перелистну. Вот, то есть это то, что человек совершает каждый месяц. Он ходит в магазин, он оплачивает там продукты, одежду, обувь, там, я не знаю, игрушки детям покупает. И мы с этого тоже получаем бонус. Он оплачивает ЖКУ, штрафы, налоги. Мы тоже получаем бонус. Он, например, там пользуется кредиткой. Также там дополнительно открыл себе или открыл вообще комбо-карту сразу. Вы также получаете бонусы. Открывает он себе накопительный счет, да, для того, чтобы просто складывать свои деньги, получать там до 12% годовых, по-моему, сейчас даже уже до 13 подняли ставку, и мы за это тоже получаем. То есть человек просто пополняет свой накопительный счет, откладывает там на какую-то хотелку себе определенную сумму денег, а нам со всего этого капает вознаграждение. И так регулярно каждый месяц. Ну и как я уже говорила ранее, да, есть период действия клиента, это 5 месяцев. Соответственно, когда эти 5 месяцев истекают, возможно, у вас там он какой-то другой продукт возьмет, да, например, ОСАГО оформит, и у вас снова открывается новый период. Или, например, этот человек у вас в команде, он подключен как агент, и там пару месяцев он просто попользовался, порекомендовал, потом оп, он у вас решил подключиться.
открывает себя самозанятость, и вы снова прикрепляете этого клиента к себе. Ну, то есть постоянно, да, он будет пользоваться продуктами банка, потому что, ну, мы регулярно пользуемся этим, реально там. Кредиты берем, кредитки, не знаю, ОСАГО оплачиваем, много чего-всего, да, и это все, что, ну, нужно. И самое главное, мы ни за что не платим. Платят деньги нам. За каждое действие всегда вы получаете доход. Так, про активный период я уже рассказала, забежала вперед презентации. Ну и, собственно говоря, вот он наш трехуровневый маркетинг, да? То есть у вас есть агенты, которых вы лично подключили, есть агенты, которых подключают уже ваша первая линия, и есть клиенты. И мы получаем бонусы со всех трех поколений. Ну и в конце презентации, я думаю, покажу вам свой партнерский кабинет, отдельно включу тогда трансляцию экрана и просто пробегусь по бонусам, которые уже мне начислены. Ну и вообще, чтобы вы понимали, да, у нас существуют определенные квалификации. То есть, когда вы пришли, вы должны выполнять действия. Здесь нет такого, что вы там ничего не делаете и получаете доход. Каждый доход, он платится за определенные действия. И, как я уже говорила ранее, минимальное условие – это набрать 30 баллов. 30 баллов – это первый статус А1 он у нас называется, да? Дальше уже со статусами тоже можно ознакомиться. Количество баллов тоже есть в презентации. Закрытием каждого статуса у нас тоже есть определенные бонусы, баллы дополнительные. Ну что такое 30 баллов? По сути, это подключить всего лишь двух новых клиентов, которые будут пользоваться, а вы за это уже первые 3,5 тысячи получите. Ну, то есть это просто самое минимальное действие, которое можно сделать. Но у нас еще более интересная акция ноября, и я в конце про это еще отдельно подробно расскажу, как можно выйти на более интересные чеки. Ну и, соответственно, как я говорила, да, в конце месяца, ну, точнее, мы их сразу видим, а потом мы их получаем. Баллы переводятся у нас в рубли. И в зависимости от квалификации ваш размер оплаты этого балла меняется. То есть максимально там за 1 балл на первой линии мы получаем 140 рублей. Ну, соответственно, есть куда стремиться, да, расти, растить команду. И вообще существует три вида сотрудничества с проектом «Свой Альфа». Это ИП либо самозанятый, да, если у вас есть, если нет, самозанятость открывается буквально за 5 минут, либо как физлицо. Но вы должны понимать, что ИП и самозанятый платят налог 6%, а физлицо платит налог уже 35%. Соответственно, здесь уже сумма баллов у вас меняется. То есть вы получаете вознаграждение уже за минусом налога, банк за вас сам оплачивает этот налог, то есть вам ничего не надо делать, получили деньги на карту, все. Ну, как бы, минус 35% – это много, да? Поэтому многие ребята просто открывают самозанятость, отчетность там очень легкая, в программе «Мой налог», нажимаем там одну кнопку, уплачиваем налог, все, вы как бы отчитались, и все. Если у ИП, например, там уже декларация заполняется по итогам года, то здесь просто через кнопку создаете чек на то, что вам деньги пришли, и нажимаете в приложении, сами оплачиваете самостоятельно со своего счета. То есть вы уже полностью как бы, да, отчитываетесь сами. Так, ну это я пока пропущу. Это, в принципе, тоже я все говорил, да, что с одного клиента... А, ну, кстати, я начала говорить, не договорила, что банки вообще дают нам определенный бюджет на рекламу. И, соответственно, с одного клиента на протяжении там этого времени, пока он ваш клиент, вы можете получить до 75 баллов. Но если мы берем статус А1, это 7500 рублей. Соответственно, если это статус А10, то это уже другая сумма. То есть вот от того, как клиент там пользуется, да, там накопительный счет открывает, вам постоянно с него приходят баллы. Так, ну и здесь вот есть у нас примерный расчет, сколько на каком уровне вы получаете. Но сразу скажу, на своем примере я закрыла статус А6. И вот к тем цифрам, которые написаны в колонке, да, средний доход, можете смело их умножать на 2. Вот, ну, согласно квалификациям. То есть, если вы работаете, закрываете, то вы получаете гораздо больше интересный доход. Ну, как бы здесь даже примерный доход, он уже очень интересен. Ну, хотя, да, на агенте А2, вот, да, у меня брат как раз закрыл, получается, А2 и получил 5100 рублей. То есть здесь примерный расчет, но чем больше квалификация, тем в рублях ваш доход больше будет. Так, ну и вот этот вот самый приятный бонус для тех, кто любит строить команду, для тех, кто любит приглашать. Когда ваш активный человек, ваш агент начинает уже расти по карьерной лестнице, да, назовем ее так, начинает закрывать более высокие квалификации, вы получаете бонусный дуэт. Что такое бонусный дуэт? Это когда у вас, например, закрыт А4, да, вы стали агентом 4-го уровня, вы получаете бонус 2000, и ваш наставник получает бонус 2000.
Ну и далее до 80 тысяч рублей. То есть при закрытии каждой ступеньки вам и вашему агенту, вернее, вашему пригласителю, да, если я имею в виду себя, начисляется вот этот бонус. Это стимул для того, чтобы команда росла. То есть почему я обучаю, да, потому что мне важно, чтобы ребята зарабатывать начинали, но при этом, когда растут они, расту в доходе и я. И это очень приятная часть, да, потому что работать в команде всегда приятнее, чем когда там на каких-то личных продажах, например, работать. Ну и мой самый любимый бонус – это бонус за все поколения. То есть когда вы закрываете квалификацию А8 и удерживаете ее 3 месяца, ну то есть по опыту вам скажу, те, у кого, ну, уже был опыт в сетевом, кто уже умел собирать команды, они эту квалификацию закрывают в первый месяц. Я пришла где-то в середине месяца, ну, немножко не успела, я закрыла А6, но я понимаю, что ноябрь у меня закроется А8. Декабрь, январь и в феврале я уже получу вот эту вот квартальную, как я ее называю, премию, бонус за все поколения. И в зависимости от суммы баллов, бонус может составлять до 5 миллионов рублей. И выплачивается он каждые 3 месяца. Ну, то есть, ребят, поработать 3 месяца и получить такой хороший доход, я думаю, это очень приятно. Ну а чтобы его получить, нужно ставить цели. А как ставить цели, я учу в командном чате. Ну а это уже начинаются новые бонусы ноября. Когда мы пришли, были немножко другие условия, но тем не менее мой чек меня радует. Но я понимаю, что если я так же поработаю, как в октябре, то за ноябрь мой чек будет 200+, с теми же действиями, которые я делала в октябре. Вот здесь уже, когда вы подключаете, ну, когда ваш активный участник набирает 30 баллов, закрывает статус А1, если он у вас один такой, 2000 рублей. Если два таких, то по 3000 рублей за каждого. Три либо четыре – это 4000 рублей, и 5 и более – это 5000 рублей. Ну, предположим, вы подключили там, да, 10 человек, они у вас две карточки буквально раздали, да, там маме, папе, брату, свату, они закрыли статус А1, вы получили еще дополнительно ко всему тому, что мы уже с вами рассматривали, бонус 50 тысяч рублей. Классно, ну, мне кажется, очень приятно. И при таком раскладе, вот я считала то, что я здесь в гостевом чате отправляла, когда вы подключаете буквально 3 человека, а, это уже отдельный бонус, сейчас я вам расскажу. Нет, вернусь обратно к этому. Есть еще другой расчет, как выйти на 100 тысяч рублей. Еще один дополнительный бонус этого месяца – это когда наш клиент, например, да, мы кому-то выписали карту, но он не стал нас агентом, он просто взял карту, сказал, хорошо, я пойду ей пользоваться, а потом в приложении ему вылезло вот это предложение, да, там, рекомендуй карту, там, получи 1000 рублей. Он такой, классно, взял там кому-то из приложения, дал ссылку, ну, уже прям с самого приложения Альфа-банка. То здесь мы тоже зарабатываем. Дополнительный бонус, он нам платится за 4 выданных продукта. То есть в прошлом месяце у нас этого не было, в этом месяце нас услышали и добавили нам этот новый бонус. То есть когда человек из приложения рекомендует, то мы тоже зарабатываем. И самое важное, что мы видим такого человека у нас в кабинете. То есть это как бы ваш потенциальный партнер, да? Он сначала отказался, но вы видите, что он начал рекомендовать, то есть он понял, как деньги приходят, и вы ему можете предложить, смотри, ты можешь не разово, да, получать с этого клиента, а просто давать ему ссылку со своего агентского кабинета и за все его дальнейшие действия получать также доход. Это уже, ну, гораздо интереснее, чем просто одна рекомендация. Ну и еще один новый бонус этого месяца, самый вкусный бонус для новичков, я так его называю, прям вот каждый из вас, кто вот сейчас на этом созвоне, кто в принципе есть в этом чате, за ноябрь легко, не напрягаясь, вообще практически ничего не делая, может получить 15 тысяч рублей. Почему 15? Потому что 3 новых клиента, каждый клиент, который там подключил госуслуги СБП, он новый, он просто взял карту, попользовался ей, активировал, там 1000 рублей потратил, он вам приносит 1700 рублей. Таких 3 – это 5000. И дополнительный бонус – 10 тысяч рублей. То есть 15 тысяч рублей 3 новых клиента вам дают. Соответственно, стимул вам их подключить, а новым клиентам пользоваться. А если вы идете дальше и расскажете своим клиентам, да, которым вы выдали карты, что можно не просто карту получить, а можно за месяц 15 тысяч заработать. И вот тогда уже ваши клиенты, которые станут агентами, да, скажут, ага, мне это интересно, ну-ка расскажи. Также возьмут там 3 карточки, например, выдадут, да, скажут, да, прикольно, я хочу получить бонус, раз уж он есть.
тогда вы уже получаете доход в районе 30 тысяч рублей. А чтобы выйти с первого месяца на доход 100 тысяч рублей, вам достаточно подключить 9 человек. Ну, то есть 9 клиентов или 9 агентов, да, которые также начнут рекомендовать, и вы уже выходите на доход 100 тысяч рублей. Ну, то есть это очень классно. Это прям мощный такой бонус, который есть в этом месяце и которым нужно пользоваться. Возможно, в декабре его уже не будет. Пока нам дали акцию только на ноябрь. Поэтому вы в лучшем месте, в лучшее время. Действуйте и берите все в свои руки. Так, ну это уже у нас отдельный маленький спринт. И вот еще по акциям ноября, да, пройдусь. Здесь нам увеличили доход. За дебетовую карту мы получаем 8 баллов, за кредитную 15. Раньше было меньше, там в первом самом слайде, если вернемся. Теперь нам это подняли и оставили на постоянной основе. И отдельно на ноябрь сделали дополнительные бонусы. За кредитку мы уже получаем 20 баллов, там за открытие счета увеличили, ОСАГО 10, регистрация бизнеса 20. Ну и самое главное то, что создатели этого проекта идут навстречу. Они слышат лидеров, они общаются с нами и какие-то пожелания справляются в моменте. Понятно, что работаем мы всего 4 месяца, как бы это недолго, это, можно сказать, еще тестовый вариант. Все на нас, как на кроликах, опробуется, но кто сейчас включается, разбирается и начинает делать действия, ну, вы сами понимаете, да, что через 3, там, 4 месяца вы можете получить очень хороший доход. Ту самую квартальную премию, как я ее называю, поработать сейчас и потом уже увидеть свой результат. Ну и самый важный фактор, я подытожу, да, свою презентацию, почему меня так зацепил этот проект, потому что здесь можно зарабатывать без вложений. С первого месяца выйти на доход 50 тысяч плюс, это легко, особенно с новыми бонусами. И зарабатывает каждый, то есть начиная там с 18-летнего подростка и заканчивая там, да, пенсионером, который хочет себе просто дополнительно заработать денег, потому что у меня многие там активные пенсионеры, да, они говорят, все, давайте нам, расскажите нам что-нибудь, дайте нам чем-нибудь заниматься. Конечно, работа с банками пугает, но она реально классная, она денежная. То есть это единственный проект, где деньги платят, ну, реально нам за такие простые действия. То есть если все, что было до, было сомнительно, то здесь я была уверена. То есть когда я не заходила, вернее, заходила сюда, у меня не возникло вопроса, а правда ли это, а не обманут ли это, а бывает доход без вложений. Я знала, что доход без вложений бывает. Потому что когда я только начинала свой путь в сетевом, я, как уже я говорила, я работала в подобном проекте, он тоже был без вложений. Там я заработала свои первые 100 тысяч рублей. Но там были нечестные основатели этого проекта. То есть это был не конкретно банк, а была сторонняя организация, которая в определенный момент не выплатила вознаграждение. Ну, часть вознаграждения. Вот. А здесь, когда я узнала, что это реально Альфа-банк, ну, то есть проект сделан от Альфа-банка, все это подтверждено, то вопросов, как здесь все работает, не осталось. Светлана, выключите, пожалуйста, микрофон. Так, и давайте, наверное, сейчас я здесь презентацию сверну, открою свой кабинет и покажу уже, какие результаты получились за октябрь у меня. Так, прекратить трансляцию. И сейчас я здесь включу. Так, дайте мне обратную связь. Видно ли? А, хотя я сама вижу в компьютере, Да, что все все у меня видно. видно. Так. Ну, во-первых, да, скажу о том, что здесь очень удобный кабинет. Ну, реально он удобный. Все понятно, логично. Когда вы заходите, у вас есть вкладка обучения. То есть здесь вот, да, видно, что ты сдал балл начислены, записи эфиров есть, инструкции для клиентов. По каждому продукту есть инструкция, с чего начать. То есть, ну, минимальные вот все знания собраны на этом сайте. Просто достаточно даже зайти, пройти регистрацию, и вы уже разберетесь, что нужно делать. Ну, естественно, мы помогаем, да, мы дополнительно еще записываем всякое обучение. А дальше давайте заглянем во вкладку. Ту-ту-ту-ту. Давайте сразу выплаты, да? Сейчас у нас получается период обнулился, ноябрь. За ноябрь еще пока транзакции не были подтверждены, соответственно, у меня здесь пока вот пусто. Я агент 0, обнулилась. А вот у нас история выплат уже за октябрь, с 1 по 31 октября. Ну и вот она, полная расшифровка, да?
За клиентов у меня получается вознаграждение 9200, агенты первого поколения 7000, агенты второго поколения 800 рублей. Но это только потому, что я, ну, в основном строила первую линию. То есть я сосредоточилась на том, чтобы подключить ребят. Сейчас ноябрь, уже ребята мои включаются, и они уже покажут вам свои чеки за ноябрь. Ну, уже у кого-то были в октябре первые чеки, вот сейчас пройдет у нас все начисление, мы обязательно поделимся. Ну и в целом, получается, у меня дополнительно это вот как раз те самые бонусы. 41 500. Но у меня еще не начислен бонус с закрытия А5 и за закрытие А6 статуса. Это плюс 10 тысяч рублей точно будет. И несколько карт еще отразятся здесь. То есть доход будет в районе 55 тысяч рублей, вот буквально там за 2 недели работы. И вот так вот можно по каждому клиенту, по каждому агенту посмотреть, да, за что, где, какие у вас были начисления. Все подробно, подробно расписано. И вот первый шаг, это достигает статуса А4, который у меня закрылся, бонус 2000 рублей. Далее у меня 4 агента закрыли статус А1. То есть вы понимаете, да, что из 35 включились четверо, поработали немножко, заработали первые деньги, а я, соответственно, получила за них по 3000 рублей бонус, потому что они молодцы. Мы их поздравляли, они уже первые деньги свои увидели. Остальные кто-то разобрался, кто-то в процессе разбирается, но когда все поняли, да, что здесь реально все работает без вложений, раз, два, три, получай доход, то вот в следующем месяце уже ребята ваши покажут свои чеки за ноябрь, да, то есть это мой чек за октябрь, а дальше уже будет чек ребят. Ну и, соответственно, есть здесь все вкладки, можете посмотреть, да, команда, там, клиенты, все это отдельно. По каждому клиенту, кстати, очень удобно. Можно прям подробно посмотреть, за что вам начислены баллы, да? То есть вот дебетовая карта выдана, 8 баллов. Госуслуги подключены, 3 балла. Альфа-банк основной, 1 балл. Трат от 5000, 1 балл. Если новый клиент, то будет еще строчка «Новый клиент» 5 баллов. То есть все подробно расписано. Это самый вообще функциональный кабинет, который я видела. То есть все, что мне нужно, здесь есть. И плюс у нас еще будет, когда вот клиент будет рекомендовать из своего приложения, дополнительно мы тоже будем видеть, что у него какая-то активность есть. Соответственно, с ним можно будет связаться. Тут тоже есть акции, да, вот Альфа-пати у нас ближайшая будет, бонусные баллы в ноябре, Альфа-челлендж. Ну, то есть много всяких классных штук. Ну, в принципе, по кабинету, я думаю, все. Так, сейчас я подытожу все сказанное. Вернусь в Телеграм. Все, я вернулась. О чем я хочу подытожить, да, это о том, что если вы когда-то искали проект, где можно реально зарабатывать деньги, ничего не вкладывать, обучаться, делать хорошие результаты, то проект свой в Альфа идеален. Для меня он подошел просто по всем пунктам. Но самый важный пункт, как я сказала в начале, сейчас я еще на этом подробно остановлюсь, это тогда было 5% для сетевиков. В ноябре 7%. То есть все ребята, которые работают в какой-либо продуктовой сетевой, там Oriflame, Avon, Greenway, Evo Product, у нас их более 40. Список подробный тоже есть. В кабинете можно посмотреть, да, на какие компании у нас приходит кэшбэк. Могут дополнительно со своих товарооборотов получать еще 7% кэшбэка. И самые шустрые, ну, сетевики вы знаете, да, они такие люди, которые понимают, как работает партнерская программа, и если они просто внедряют наш проект, свой в Альфа, свою команду, так как у них уже есть, да, команда, там, 20, 30, там, 100 человек, неважно, они просто им всем оформляют также карты, подключают как агентов, ну, то есть соблюдая свою структуру, которая у них уже есть, включают ребят и увеличивают свой доход в 2 раза. Ну, то есть просто в 2 раза. Ну, кто-то может просто кэшбэк использовать, да, 7%. А кто-то может сесть на калькуляторе посчитать, все бонусы прикинуть, да, которые он может получить, если он свою команду подключит, и увеличить свой доход в 2 раза. И когда мне это провалилась идея, я сначала думала, я, ну, соединю, как бы, да, буду там работать и тут работать, потому что любая продуктовка, она идеально совмещается с проектом «Свой Альфа». То есть вам не нужно уходить из нее, вас там не терминируют, потому что это как бы вообще даже не близкий проект. Это отдельный, вы работаете с банками, там рекомендации, ну, совсем другая тема, да. И когда я просчитала, ну, думала, сейчас я команде расскажу, буду параллельно вести. А там, ну, я только начинала, у меня особо не получалось, как бы, и основное мое возражение было то, что нужно делать ежемесячный товарооборот.
Продавать я ничего не хочу, потому что в любом случае себе столько много я не могу купить. Мои там не все пьют эти БАДы-витаминки родные. И я так думаю, ладно, совмещу. Но когда я поняла, какие деньги приходят здесь, в проекте «Свой Альфа», что можно с первого месяца новичку выходить на чек 50+, ну, ребят, карты сложились, и я просто полностью сейчас сделала фокус здесь. Я понимаю, что если на фокусе поработать там эти 3 месяца, полгода, то мы выйдем на очень хорошие чеки. И пример для меня — это девочки, которые уже закрыли квалификацию А10 в октябре у нас, и получили уже чеки там по 300-400 тысяч рублей. 3-й месяц, ребят, работы, чек 300-400 тысяч рублей, без вложений. То есть никто из команды ни копейки никуда не вкладывал. Ну, покажите мне еще хотя бы один похожий проект, где есть такие условия. Я не видела, честно. Так, все, я тогда останавливаю презентацию. Спасибо всем за просмотр, и можем перейти уже к вопросам, у кого какие возникнут.